Мабуть, дійсно терпець у миколаївських портовиків увірвався. 28 жовтня на зустрічі представників трудових колективів порту з головою облдержадміністрації Олексієм Савченком та народним депутатом України, заступником голови комітету з питань транспорту Борисом Козирем розповідали про зловживання так званого антикорупційного відділу, що створений у порту, про звільнення фахівців заднім числом, про намагання вибудувати тіньові фінансові потоки. Причина, по якій ми зібрались, це та ситуация, тот кадровый беспредел, то, что творится на нашем предприятии в течение полутора лет. С 28 мая прошлого года у нас был один варяг с Ильичевска, ныне Черноморска, со своей командой, а с 22 июня пришла уже херсонская команда. Самая главная их цель – разрушить предприятие, получать какие-то незаконные дивиденды от той деятельности. Если кадровые портовики помнят, 20 лет назад была практика доллар 100 на платить начальнику. Этого давно уже созданием сидорных компаний в порту не существует. Поэтому мы категорически против того, что делается в порту, как разрушается стабильно работающее предприятие, как начинается здесь внедрять коррупционные схемы, сокращать кадровых портовиков и заводить сюда неизвестно каких людей. Буквально вчера уже нам стало известно, уволили кадрового портовика, главного бухгалтера Клименко Татьяна Григорьевна. Выговора объявлены по надуманным причинам специалистам. Сокращена должность и подлежит увольнению замначальника операционной деятельности БИБИ. Объявлена коррупционная деятельность замначальника по экономике Мозговая. Все они выступят и скажут все, что они думают о том, что творится. Поэтому я хочу передать слово почетному президенту Капуцине Василию Николаевичу. Он расскажет о своем видении ситуации. Ведь на самом деле мы все с вами сделали то, что многим не удалось в нашей стране. За последние несколько лет мы все вместе, у вас на глазах, с участием многих присутствующих здесь, мы в порт привлекли практически полмиллиарда долларов США прямых инвестиций. У вас на глазах, с вашим участием, я день и ночь ночевал, многие могут это подтвердить. Мы построили несколько мощных терминалов, построили промышленный кластер компании «Бунги». Мы сохранили, а самое главное, приумножили рабочие места. Я не хочу никому говорить о финансовых показателях. Мы на самом деле настоящие украинцы, настоящие граждане Украины. Мы вернули нашему порту зерновую славу. Я уже не говорю, не хотелось бы сказать, но не буду забивать, потому что многим нужно сказать. Мы по-настоящему не просто балансоутримуючи предприятие города Николаева, мы балансоутримуючи государство Украина. Налоги, которые платят субъекты предпринимательской деятельности, составляют больше миллиарда. Вы только вдумайтесь. Если бы все так работали, нам не надо было бы по миру ходить с протянутой рукой. Мы можем гордиться своим портом. Что происходит? Никому не дает это покоя. Полтора года наш порт колотит. Мы не раз собирались в этом порту, в этом зале. Потребовали, приезжал сюда Пивоварский. Но вроде успокоили этого неадекватного мальчика с Ильичевска Попова. Он, многие сейчас говорят, что, боже мой, да Попова это еще детский сад по сравнению с тем, что происходит сегодня. Цветочки. Цветочки, совершенно верно. Ведь смотрите, приходит совершенно случайная группа людей, не имеющие ни образования, но бог с ним с образованием, не имеющие ни одного дня работы. Я не то, что говорю в морской отрасли, в порту, вы посмотрите географию. А никто не больше года и полгода никто нигде не работал. Ну просто настоящая шпана. С чего все началось? Сколько стороны должны платить стивидоры? Ну слушайте, я пришел в 2005 году, вы знаете, я еще чуть-чуть застал эти времена. Но я могу с гордостью сказать, что нету больше ни одного человека, который бы сказал, что с 5-го года в этом порту кто-то платит процент 100. Все воровские схемы закончены. В этом и секрет того, что когда были случаи, когда меня с порта там на несколько месяцев убирали, и полгода не платили ни премию, ни 13-ю зарплату. Капуцин это делал через неделю, потому что воровские схемы здесь давно уничтожены. Мы провели колоссальнейшее реформирование, цель которых – привлечь грузопотоки. Ведь мы все знаем,
В 2004 году було 4 тонни, 4 мільйони тонн. В цьому році ми вийдемо на всі 14. Але, на жаль, попри виробничі успіхи, порту не залишають грошей навіть на підтримані інфраструктури у належному стані. Про розвиток взагалі не йдеться. Це на фоні того, що порт розвивається, государственное стратегическое имущество подвергается руйнации. Мне нравится родное украинское слово – сплошная руина. Вы посмотрите, 600 миллионов прибыль от портовых сборов. Только вдумайтесь, это продуцируете вы своим трудом, мы все вместе. Собирает администрация, все уходит в Одесский общак. За что уволили Иванюка? Ну, потому что он зашел в конфликт с Амелиным, руководителем администрации, и требовал деньги назад. Ты не угоден? По надуманным причинам уволили. Значит, а на самом-то деле, что происходит? Приводят Попова, приводят эту бригаду Пинкасов. Значит, полтора года, абсолютно ничего не делается. В гидротехнику собирая 600 миллионов, в прошлом году потрачено 86 тысяч, в этом году ноль. Причалы могут упасть. Глубины у 3-го, 4-го, 5-го причала утрачены на метр. Мы стоим перед угрозой, что в этот порт никто и не пойдет. Значит, и на этом фоне сплошные воровские схемы. Я надеюсь, и просто мы собирались, говорили, вчера было расширили правком. Я надеюсь, что портовики расскажут об этом. Но я просто удивляюсь, как в сегодняшний день, значит, можно привести совершенно случайных людей к руководству порта, заводить конфликт. Сегодня десятки исков со всеми стивидорными компаниями. Значит, задача одна – всех поставить на колени, платить стоны. Хочу сказать, ни один суд администрация не выиграла, все до единого проиграла, включая все три инстанции, включая высшие суды. Но это же конфликт. Конфликт с бизнесом, который сегодня продуцирует миллионы, сотни миллионов портовых сборов, поступлений и так далее, и так далее. Значит, я хочу сказать, что вот я вчера пришел на так называемый инвестиционно-технический совет и увидел эту бригаду, я ее называю бригаду Пинкасов. Понимаете, вот тут. Ну, вы знаете, ну... Замначальника порта по морской безопасности, бывший начальник тюрьмы. Ну что это такое? Ну, это же унижение нас, кадровых портовиков. Все остальные это просто случайные люди. Я не хочу на этом даже много останавливаться. Да я их послушал, вы знаете, ну просто шпана, другого слова нет. Значит, это при всем при том, что наш порт вот сегодня взрастил порядка десятка людей, которые могут руководить портом. Для многих вопрос. Сергей Евгеньевич Колтыпин прошел конкурс. 2 месяца он не назначается директором. Уважаемый профессиональный человек, вопрос, на который надо найти ответ. Почему так? И ходят слухи, что, может быть, его и не назначат. Как же так? Проведен открытый и прозрачный конкурс. Надо задать этот вопрос уважаемому нашему министру. Зустріч була дуже емоційна. Про зловживання керівників порту говорили свідки. Кто-то может сказать, он встал, потому что его увольняют. Да. Меня действительно увольняют с 15 ноября, я уволен, но я хочу остановиться, почему. И прошлый начальник, и это, как говорится, команда, как они вчера назвали на пресс-конференции, команда-банда, начали вопрос, как профессиональному человеку, ко мне с первого. Как обязать и заставить стивидорные компании, как можно организовать все так, чтобы они несли нам деньги. И прошлый начальник, неудавшийся, и эта бригада начала вопрос именно с этого вопроса. Я работаю здесь 20 лет. Большинство из вас, все меня здесь знают. Заслужил, может быть, какое-то уважение и уважаю всех портовиков. Сказал, я никогда этим заниматься не буду. Никогда. Не будешь с нами, значит, иди за забор. Подтверждение моих слов – приказ о сокращении. Причем... Под видом реорганизации мои все функции, мои подразделы, тут много людей в моем бывшем подчинении, параллельно передаются человеку, который не имеет понятия о том, как работают эти подразделения. И что же делает этот человек? Пришел, задай вопрос, как работает флот, как идут вагоны, как выгружаются пароходы. Мы начали себе строить 3-комнатные апартаменты и садить секретаря. Зарплатой с окладом 10 тысяч гривен, который, собственно, через неделю так набрался опыта, что теперь уже стал радником начальника порта. Что же он может посоветовать, интересно, начальнику порта? Второе. Творя беззаконие, нарушение законодательства о труде, уменьшение зарплаты без предупреждения,
изменение режимов работы без предупреждения, увольнение задним числом кадровых портовиков. Это все делается, им же говорят. И не только я, один и другие люди. Вы нарушаете закон, вы делаете неправильно. Ну и что? Мы не боимся. У нас прикрытие Аваков. Я не хочу чернить министра Авакова, потому что я больше чем уверен, что он не то, что их не крышует, он даже не знает, что здесь происходит. Они просто чернят его имя. Второй вопрос. Когда происходит заказной беспредел по давлению на стивидорные компании и вот эти все облавы, которые недавно произошли, передайте, пожалуйста, от имени нашего генеральному прокурору Луценко, что пусть его подчиненные, когда он дает добро на подобные вещи, хотя бы его правильно информируют. Выступая перед телевидением перед всей страной, он выглядит не очень убедительно и правильно, когда говорит: «Да вот, там купили кран по завышенной цене, и мы сейчас разберемся». Никто последние 15 лет никаких кранов не покупал. Ни по завышенной, ни по заниженной цене. Лише за 9 місяців 2016 року сума доходів склала більше 600 мільйонів гривень. Сума прибутку після виплати всіх налогів склала 437 мільйонів гривень. Я хочу, щоб кожен з вас розумів, що кожна гривна, кожен долар – це те, що зробили ви. Це ваш особистий вклад. І ви маєте пишатися тими досягненнями, які є в нашому підприємстві. Якщо говорити, наступний показник ефективної роботи підприємства – це обсяг вантажопереробки. Ви всі портовики, ви все це знаєте. Так, за останні роки після реформи адміністрація не виконує напрямую господарську діяльність, яка пов'язана з вантажопереробкою. Це все є досягненнями наших портових операторів. За 9 місяців цього року при плані у 7,5 мільйонів тонн завдяки стивідорним компаніям та узагодженої роботи адміністрації порту було перероблено 9 751 тисяча тонн. Якщо ці цифри хтось вважає там ефемерними і такі, які ні на що не впливають, я можу вам сказати, що гривневий еквівалент доходів лише нашої адміністрації від 2,5 мільйонів тонн складає більше 62 мільйонів гривень. Це та заслуга, яку ми маємо завдяки узгодженій роботі між нашим підприємством та усіма портовими операторами, які виконують свою господарську діяльність в нашому підприємстві. Якщо говорити про адміністрацію морського порту, наша основна функція – це саме ефективне розпорядження державним майном. Ефективне розпорядження – це не лише використання, це і утримання у справному стані і гідротехнічних споруд, і підхідних каналів, і акваторій, і причалів, і портового флоту. Я можу навести цифри за останні два роки, 15-й рік, коли ви знаєте, хто був у нас керівником, і 9 місяців 16-го року. На ремонт гідротехнічних споруд в частині причалів у нас на балансі 21 причал. У 2015 році витрачено 84 тисячі гривень. У 2016 році на 21 причал витрачено менше мільйона гривень. І основне – це державні експертизи, це послуги реєстру, тобто на ремонти фактичні практично не витрачено жодної копійки. Якщо ми говоримо про ремонти прав засобів, які обліковуються у нас, є представники портофлоту, це та служба, яка забезпечує безпеку мореплавства в нашій акваторії. У 2015 році на ремонт плав засобів витрачено 0 гривень. У 2016 році на ремонт плав засобів витрачено 0 гривень. Не тому, що підприємство чи підрозділ не працює, тому що все утримується на ручному режимі. Усе керівництво утримується на ручному режимі нової команди. Кожен склад тендерного комітету володіє інформацією і документами, якими не володіє жоден з тут присутніх. Саме тому я зобов'язаний від імені всіх портовиків тут заявляти, да, до нас зайшла бригада. І це не обмовка. І це не образа. Саме так вони себе позиціонують. На останній очній нараді у вівторок старший Пінкас, тому що є менші, які по телефону тільки вміє роздавати вказівки, всіх зомбує і говорить: ми прийшли бригадою, є бригадир, є заступник бригадира, ми чітко виконуємо чиїсь вказівки, розпорядження. Здається, ми працюємо, да, через систему ProZorro. Є аукціон. Є закон, крапка. Як можна вкрасти? Елементарно. Ця бригада придумує,
послугу. Ультразвукове обстеження причалів. Я розумію, не всі тут гідротехніки, я поясню в двох словах. Це що мертвому примочки. Але ці примочки коштують 200 мільйонів, щоб ви розуміли. А суми озвучили ще 10, 12, скільки там ще залишилось? Може на 15 зробимо? Та ні, буде дуже нагло. Я за свої слова відповідаю. Я Матвієва Ірина Петрівна, загальний стаж 44 роки, 30 років в медицині. Я вам хочу сказати, що такого свавілля, що такого тероризму з боку керівного складу, який прийшов в складі трьох бригадирів, то заступників, верніше, бригадирів, це пан Єременко, пан Козанак і пан Спанів Пінькас, який має в своєму ручному управлінні новостворений кабінет 305, тобто відділ, який займається будто би якимись антикорупційними справами. Вони вже дістали просто всіх, вони в ручному режимі набрали непрофесійну групу. У нас були професійні юристи, вони би ніколи в житті не допустили таких промахів, які зараз допускає от новостворений їхній, новостворена їхня бригада. Це просто вони пресують людей. Вони їх допитують. В мене практично 50% персоналу прийшли через той злополучний 305 кабінет. Вони просто допитували, вони доводили їх до кризових станів. В мене маса людей зараз проходить лікування в межах стаціонара в Миколаївській області. Людей довели до інфарктів. Инфраструктура, которая сейчас есть в порту, не поддерживается на должном уровне, ввиду того, что причалы не ремонтируются, причалы, на которые мы оперируем 63-64 года. Тот причальный сбор, который был получен в 2015 году в Николаевской филии, было потрачено всего лишь 2% на причал. Поэтому то, о чем хочет сейчас сказать инвестор, это то, что нужно вкладывать и эффективно использовать те деньги, которые получаются отсюда заходов и которые генерируются инвесторам. И второе, начать эффективный диалог по реализации дальнейших инвестиционных проектов. Спасибо. Я хочу вам сказать, что я буду бороться за каждого человека. Я буду бороться за каждую частную компанию, которая работает в порту. Меня обвиняют, что я преследую интересы Николаевского комбината хлебопродуктов, который 10 лет лежал на коленях, стоял на коленях, и сейчас имеет шанс возродиться. И я хочу вам сказать, что я буду так же само преследовать интересы компании «Бунги», что я, в принципе, и делаю, компании «Ковкагри», «Арселу Митова» и так далее, и так далее. Это компании, которые дают новые рабочие места. Это компании, которые дают налоги в местные и государственные бюджеты. Это компаниями, которыми гордится не только Николаев, но и вся наша страна. Єдиним представником керівної команди, про яку говорили багато неприємного портовики, в залі був Сергій Єременко. Віддавався, так би мовити, за всіх. Ви знаєте, ви ж Николаєвець. А вам от не стидно? Вам стидно? От скажіть, що вам стидно? Вам стидно, що люди так говорять про руководство? Провожу команду. А что касается другого начальства, ну я буду говорить, наверное, за Казанак, Николаевича. Наверное, я думаю, что мы с ним встретимся в комитете Верховной Рады. Я хочу сказать на самом деле то, что упускается. Ведь в порту на самом деле есть смотрящий. Это младший Пинкас. Это подтверждается командиром. Это человек, который не работает в порту. А что он тут делает? А что он тут делает? Издали приказ. Ведь как вдумайтесь, про залучення осіб, які не працюють у порту, до відпрацювання управлінських рішень адміністрації. Смотрящі. Державного стратегічного підприємства. Ви знаєте, я вам хочу сказати, от Борис Юрійович про Казинак, це правильно була репліка. Кому честь? Да я вам ще раз говорю, та шпана, яка нігде ніколи не працювала. Вони прийшли грабити цей порт. Значить. Я хочу привести один пример. На самом деле, легальный сегодня руководитель администрации господин Демяненко. Он полтора месяца прячется на больничном. Почему? Потому что когда младший Пинкас его заставил подписывать договора, он сказал, я в тюрьме сидеть не буду. Марина, это правильно? Да, это правда. Стас, это правда? Да, они да. присутствовали при этом. И он пишет заявление без даты и прячется. И сегодня исполняет обязанности Казинаки, Еременко, который тут ни одного дня нигде в портовой отрасли не работал.
Олексій Савченко попросив надати йому документи з показниками роботи порту минулого року і тепер. Фінансову звітність. Наголосив, що чекає на конкретні факти контрабанди, якщо такі комусь відомі. Усіх, хто постраждав від нинішнього керівництва порту, просить викласти ці факти на папері. Я почув, дякую, що запросили. Але я хочу, знаєте, щоб наша з вами співбесіда ще мала одну мету. Я вас вітаю зі святом. Сьогодні дійсно велике свято. І коли треба перемагати, то це до нас. Коли треба боротися, то це теж до нас. Коли треба відстоювати, то це теж до нас. Тому, друзі, я вас вітаю і наголошую, що ми вільні, бо ми перемогли.